Кормоуборочный прицепной комбайн КДП-3000 предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой и полной спелости зерна, сорга, подсолнечника и других высокостебельных культур. Скашивание зеленых и подбора из волков, подвяленных, сеянных и естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортное средство. Комбайн агрегатируется с тракторами мощностью от 150 до 250 лошадиных сил и комплектуется жаткой барабанного типа, которая обеспечивает уборку кукурузы без потерь початков, а также обеспечивает более качественное измельчение благодаря подаче стеблей в питающий аппарат камлевой частью вперед. Комбайн оснащен камне- и металлодетектором и устройством быстрой остановки питающего аппарата.